Уверенная походка и дизайнерские наряды. На сцене Дома культуры «Солнечный» дефиле представительниц прекрасного пола старше 50 лет. Елена вместе с другими участницами приехала на первый областной фестиваль «Модный возраст» 2023 из Коломны. Ее занятия начались именно в клубе «Активное долголетие». И дефиле, и мода, и макияж, и этикет обязательно. У нас все. И мы не просто так, а за один раз все это обучаем. Один раз лекцию нам почитали, и на этом мы остановились. Нет. Она все время повторяет. Все началось в прошлом году в Коломне с открытия школы моделей 50+. Именно там проводили бесплатные занятия, которые заинтересовали активных долголетов. Уже позднее основы дефиле прошли в 10 подмосковных городах. Выступать и дефилировать. Но они сегодня не просто выступают, дефилируют. Они сегодня показывают все то, чему они когда-то научились. Это визаж, это где-то подборка стиля, где-то их одевали сами дизайнеры, да. Вот, и они сегодня будут чувствовать себя профессиональными моделями. Но еще самое дорогое, что у нас есть, это мама, это бабушка, это наши близкие, родные женщины. Поэтому, когда есть возможность, всегда буду поддерживать и помогать. Модные мастер-классы для старшего поколения пройдут по всей Московской области. На следующий год организаторы фестиваля обещают новые и не менее оригинальные модельные коллекции для представительниц прекрасного возраста. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».